Вы смотрите новости онлайн. В крови актера Дмитрия Марьянова обнаружено высокое содержание сильнодействующих лекарств галоперидола и фаназепана, передает РЕН-ТВ со ссылкой на материалы посмертной судмедэкспертизы. По заключению специалистов, эти препараты регулярно вводились артисту в течение нескольких дней перед смертью. Незадолго до трагедии Марьянов находился в запое, а феназепам строго противопоказан при токсичном угнетении центральной нервной системы, вызванной алкоголем. Ранее сообщалось, что актер умер от сочетания несовместимых лекарств. У него давно диагностировали тромбоэмболию, но в связи с употреблением алкоголя принимать назначенные лекарства было нельзя. В конце концов, у Дмитрия Марьянова оторвался тромб, что произошло из-за неправильного лечения. Российский артист ушел из жизни в возрасте 47 лет. Из-за смерти Марьянова уже уволили диспетчера скорой помощи, с которой общались друзья артиста, пытавшиеся вызвать умирающему актеру врача. Она сопровождала разговор личными комментариями и хамила знакомым Марьянова. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!